Всем привет! Ребят. И сегодня мы будем играть в такую игру, называется Banana Is. И она, ребят, тоже в Роблоксе. А вы перед началом этого видео не забудьте подписаться на наш канал, а мы поехали. Так, ребят, начинается раунд. Сейчас мы берем эту табличку. У нас, получается, все остальные обычные игроки, и через пару секунд выбежит банан, который будет бегать, да, за игроками и пытаться их съесть. Вот, здесь есть такой торт, мы его должны собрать целиком. Собираем по маленькому кусочку, а потом снимается время. И, ребят, еще у каждого... Вот уже банан здесь, то есть он уже вышел, и у каждого по 3 жизни. То есть банан может укусить нас 3 раза. А это пазлы, которые тоже, если мы его пройдем, то снимется из этого раунда время. И мы побыстрее сможем выйти. У нас получается 5:34, когда останется 1 минута. Банан видит всех игроков, где они находятся, и игроки должны найти выход и выбраться из него. Ребят, где-то рядом, когда вот этот... Вот эта штука чернеет... Да, тогда... это наш такой прям радар. Да, вот сюда мы кладем тортик. Тем самым мы должны собрать его целиком, и тогда из нашего времени вычтется аж 60 секунд. Да, смотрите, сколько. А вон еще тут. Да. Тут, ребят, уже прошел. Ну, решил один из пазлов, и поэтому время сократилось на 30 секунд. И, кстати, здесь сам в начале игры выбираешь локации. Их несколько тоже. Вот, ребята, вот здесь выход. Вот здесь вот выход, их таких на каждой карте по 2. Ну, пока сюда не стоит идти, да, потому пока что он закрыт. И вот когда останется минута, он откроется, и все игроки должны будут бежать прямо к нему. Но напротив, где-то вот вдалеке, есть еще один такой же выход. Очень жестко. Банан, ребят, до нас напал. Ой, он продолжает бежать за нами. Ну, вряд ли. Но вот в такие вот маленькие выходы он не может выйти. Оп, успели. Надо прятаться, потому что он сюда же вернется. Да. Может обойти. Куда-то убегаем. Куда еще? Да, ребят. Ну, у нас осталось 2 жизни, в принципе. Да, еще 2 минуты. О, наш радар чернеет. Вот, кстати, банан. Ходим оттуда тут быстро. Да, кстати, разные скины идут бананов. У нас, кстати, ребят, клоун. Он довольно дорогой. Если мы будем, типа, за банана играть, мы обязательно его покажем. И еще, ребят, можно прятаться в шкафчике. Банан, конечно, может зайти в любое время в этот шкафчик, но проходя его, он не видит, что вы здесь находитесь. Здесь ребят, можно... очень сильно рядом, потому что... Радар начал чернеть. Угу. Вот, ребят, банан увидел, потому что одна девочка нас спалила. Хорошо, что нас не пока. Да, и получается, что укусил банан не нас, а как раз... Да, банан укусил нас. У нас осталась одна жизнь, мы должны куда-то... Да, даже не факт, что мы сможем спрятаться. Да. Вот такой вот жесткий банан сегодня у нас. Да, он откинуло, кстати. Злой игрок. Да. Кстати, он там проходил. Я его видел. Ребят, банан был только что совсем рядом. Нет. Нет, только не это. Нас чуть не съел. У нас просто осталась уже одна жизнь. Он, походу, сюда идет. Странно, он что, специально так делает? Непонятно. Все, ребят, выход открыт. Мы бежим. Вау-вау-вау-вау. И сейчас он может нас за один укус съесть. И... Есть. Мы, ребят, выбрались. Тем самым мы получили сколько? 20 монет, да? Или 25? 25. Мы получили 25 монет, а если ты не выбираешься, ты получаешь 10 монет. Круто. И вот, ребят, мы теперь стали бананом, и у нас есть вот такой вот скин клоуна. Очень крутой. Да, он, ребят, довольно дорогой, мы очень долго на него копили, чтобы получить вот такой вот крутой скин. И также мы можем ставить бананы, то есть, точнее, кожуру от бананов, то есть, как ловушки для... игроков, наступая на них, они будут, наверное, секунды 3-4, ну, короче, не смогут ходить, и мы сможем их поймать. Дальше мы сдадим, так как внутрь мы пролезть не сможем, и когда они будут пролезать, они их заметят и попадутся. Идем вот. Смотри, как их прятаться. Да, шкафчик никого нет. Ну вот, бежим за кем-то и... Мы, ребят, его один раз успели укусить. Он пропал или выбежал? А, вот он. Бегает. Вон еще один. Да, так. Стой. Вау, мы тут сейчас всех покусаем. Ты посмотри, сколько их. О, остальные успели разбежаться. О, кто-то попался на банан. Вот, видите, у нас на карте показано. Сейчас мы должны быть. Где именно? Вот. Мы, ребят, его съели, потому что мы его кусили 3 раза, тем самым он проиграл.
Так. Это второй выход. А, нет, это первый, да? Да, первый. Второй что-то я не могу найти. Ты же останешься, прячешься. Так, ребят, здесь кто-то побежал к выходу. И у нас уже открылся выход, и мы должны его защитить, чтобы никто не выбрался. Где же? К выходу реально никто не подошел. Да, вот-вот-вот одна. Бежим, ребят, бежим. Бежим, быстро. Вон, он с той стороны. Вот, ребят. Пошли все к тому выходу. Уже кто-то выбрался. Двое выбрались. Все, все выбрались. Все, ставьте лайки. И всем пока. Пока.